Небольшое лирическое отступление я хотел бы сделать, поделиться, так сказать, своими мыслями о том, кого я считаю гениальным. Это два человека, Фредди Меркьюри и Владимир Семенович Высоцкий. На самом деле, с творчеством Владимира Семеновича я знаком с самого-самого своего раннего детства. Он всю мою жизнь играет в нашем доме, и это все благодаря моему папе. Он тоже с самого детства поклонник творчества Владимира Семеновича. Он даже был у него на концерте в детстве. Здесь лапы у ели дрожат на весу. Здесь птицы невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворе. Играют звери. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лет заколдованный это. Пусть не будет на листьях розы поутру, пусть луна с небом пасмурно в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, тогда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил распазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем дворцов кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем дворцов кто-то занял.